моя, она, ну, я боюсь сказать, сколько лет. Лет 40, как минимум. В 70-х, 80-х годах прошлого века мне много приходилось бывать в командировках. Ну, в частности, на Кубе и много раз в Гавайи. И вот, знаете, такое любопытное чувство было. Прилетаешь. Сейчас это все знают. В Таиланд какой-нибудь, туда-сюда слетали. А тогда было невозможно. И вот Слайдена снимал, показал дома. События. А Обнинск вообще там жил. Закрытый городок, как-то все это. То есть это было ново. Сегодня никого не удивишь, что из зимы вдруг в 30 градусов, да? Вот это воспоминание о Гаване. Она, но там есть пара кубинских слов. Я скажу это. Строка будет звучать так. О, мой бедный сыночек. Да? Хорошо. Попробуем. А посвящается она персонажу всем известному, я думаю, незабвенному, для меня, по крайней мере, Венечке. Стишками дар размер уже не в пору.
Эй, кто там спесиво скривился? Вот ты, ты ж на две трети из пива и на одну из воды. А во мне играет кровь, как, впрочем, и всю жизнь играла. И при том, что мне как раз вся жизнь, да и была не в радость. Возмущался, бунтовал, прилюдно получил взабрало. До сих пор оно в ремонте, ну и делают же гадость. Нет, конечно, милый мой, я верю и в любовь, и в дружбу. Но представь, пришел домой, однажды взяла икота. Глянул утром в зеркало, ну как таким идти на службу? До сих пор бы сам смеялся, если плакать неохота. Так что, приятель, ты бы смешки. Я не люблю их, создатель, где же твои петушки? Вечны ангелы твои, но не бывали вечно дети. Да и сколько, наконец, могу я так клониться долу? Ты же знаешь, для кого я был единственным на свете. Ничего не нужно мне, организуй мне фарандо. С февраля до августа я хныкала и вякала, а на исходе августа ножки протянула. Так пел мой брат, коряво, но похоже, слова его.